Thank you.
самостоятельно как-то так. Из интернета, с сайтов исторических тоже реконструкций. На самом деле, брали оттуда скорее идею. Эскизы мы все уже делали сами. Вы сейчас уже немного потанцевали. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления от атмосферы, которая царит на балу, от замка. Замечательно. Тут такая историческая атмосфера, то, что надо для настоящего бала. Чтобы, так сказать, не только мы были в исторических костюмах, но и вокруг нас тоже все было обмотано историей и дышало вот этой гордостью и вкусом. А у вас? Здесь прекрасная природа, прекрасный замок. И здесь действительно атмосфера того, для чего мы делали эти костюмы, того, для чего мы готовились. А у вас самый какой любимый танец? Вот он будет сейчас. Да. Мы сейчас будем его танцевать. Да, какой? Вальс? Вальс. Вальс. Самый любимый танец. Давай.
Так, Алин, стой. Два слова. Как у тебя впечатление? Отличное. Так, что здесь было вообще, расскажи. А, здесь был карнавал и бал. Так. Что еще тебе сказать? Так, где принимала участие, в каких танцах, что понравилось? Принимала участие во всех танцах. Понравилось абсолютно все. Спасибо огромное Инге Шильцевой за гостеприимный бал. Да, гостеприимный бал, за всю эту атмосферу. Спасибо ей огромное. Как, значит, сам замок и вообще вот отличие каких-то деталей, может быть, от других? Сам бал вообще шикарно обустроен. Как я понимаю, в таком готическом стиле. Всем очень понравилось. А приехали вы из города? Приехали мы из города Уфы с Лешей. Где Леша? Ну, Самар умеет устраивать баллы. Я взял бы тебя на танк в край, да, как она? Есть у меня жена. Есть у меня сестра. Жена, сестра.